Внеочередная восьмая сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата состоялась в Усть-Каменогорске с участием главы региона Ермека Кушербаева. На заседании, в частности, депутаты обсудили такие актуальные вопросы, как перераспределение бюджета и реализацию государственных программ в области. Участники сессии рассмотрели изменения в областной бюджет на 2023-2025 годы. Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2023 год послужила необходимость решения актуальных вопросов региона путем перераспределения средств между администраторами областных бюджетных программ на приоритетные направления. Предусмотрено 334,8 миллиона тенге на субсидии затрат энергопроизводящих организаций по потреблению топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона. На субсидирование затрат субъектов естественных монополий по модернизации системы водоснабжения и теплоснабжения города Усть-Каменогорска 402,9 миллиона тенге. На софинансирование строительства сети теплоснабжения улицы Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске 41,4 миллиона тенге. Изменения, внесенные в бюджет, коснутся и людей с ограниченными возможностями. В рамках реализации мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью предусмотрено приобретение обязательных гигиенических средств на сумму более 55 миллионов тенге, а также приобретение специальных средств передвижения на сумму 4,9 миллиона тенге. В области продолжится реализация различных программ, направленных на развитие инфраструктуры здравоохранения и образования. В рамках программ модернизация сельского здравоохранения, комфортная школа, аул Елбисыгым и других.